Так, поставь, может быть, но Бакскар. Ну ок. Ну ок. Пофиг. Где она? Но Бакскар, вот она, господи. Сколько карт этих-то, да? И так от одной тошнит, так их еще больше стало. Ладно, еще там классика, это я понимаю, да. Там действительно изменения, а вот всякие, блин. Машинки есть и без багов. Машинок нету и багов нет. А, что там еще? Машинки передвинуты. А, суплай поменяты. А, всякие какие-то комбинации с этим ТД. Ну, блин. Честно, раздражает. Ну что, давайте. ФФГ игра. Первая. В своем роде. Рандомно пуляют. У меня только генералы, ну и чуть-чуть иногда Кейн бывал. Но Кейн у меня так в ФФГ. На турнирах еще ни разу не участвовал. Хотя на одном участвовал. Тяжелый опыт. Так, не знаю, точно Ермак у нас Раша не Раша. Но все же вчина ему попалась против танкового генерала СПЛ-ки. Ух ты. У нас любитель СПЛ-ка-то танком погулять. Да, не ФФГ первый. Да, я думаю, будет реально доминирование какое-то. Застой, застой, дозером сразу надо строить. Да, уже обиделся. Уже обиделся. Да все мы сами видели. Да. Это что такое? Что? Что творит Ермак? Ну что, подается что ли? Аркана победила, а теперь всем сливать, да, будет? Странно это все, очень странно. Так, ну ладно, первая игра это ФФГ. Просто разминаются игроки. СПЛ, кстати, можно поменять. Цвет. Вот что хотел поменять. Здесь давайте все-таки Россия напишем. Потому что я думаю, что Ермак с России. Но не уверен. А иконки зачем ставить, если они рандомно пуляют? Так-то можно, конечно. Танк против чины. Прибежали сюда двое. Отлично. Сюда надо было бежать. А, это повозка. По двое. Успел бункер зайти, смотрите. Отлично. Отлично. Че, все домики, что ли, хочет занять Ермак? Что-то это новенькое, кстати. Взять труповозку в центр. Тупо все домики занять. И сколько домиков? Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Эй, да, десятый раненый. Это только два труповоза надо. Ну и барак по центру, в принципе, можно. Один труповоз и барак по центру. Может, тупо все домики занять, только надо ли это. Так, вроде как захват, да, он делает? Ермак. Все, никак не может котла убить. Ой, дуло повернуто. О, встань, 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 перед. Эх, нет. Не хочет, не хочет, чтобы захват был. Но захватывает, захватывает. Здесь тоже огрызается. Валер, кстати, ни разу не... Нет, играл когда-то. Так, тут попробую.
Не чую я там никакого экшена. В Вархаммере этого экшена побольше. За скелеты, за космодесант и за эту империю Таун только так играл. Но за скелетов больше всего, потому что у них совсем все прям иначе. Это прям какие-то глашники. Безресурсные. Ну, самоубийца. Ложка. Нет, проезжает. Еще другие самоубийцы. Ой-ой-ой-ой. Прям налетают. Прям налетают. На огонь. Повезло вот этому парнишу. Его семья рада его будет его видеть в доме, когда он вернется. Вряд ли он вернется, конечно. Уже и ценки пошли. Лотоса, лотоса ждем. Лосиха тут разрулит. Вышку захватит. Отойти ракетчикам, СПЛ-ка, елки-палки. Не хочет. На каком столе? Ты о чем? В смысле зашла? Я ничего не понял. А, аэрфилд стро... аэрфилд застроить? Ладно, в чине строить аэрфилд, но... отлично. Ну, этого хоть добей. Дракон, 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 дракон! Этим ты не бил, этим не бил. Сейчас бы было у тебя бы здание. Ну ладно. Центр делает прорыв вообще спокойно. Ничего ему не мешает. СПЛ-ки. Очень близко подошел к реактору, но продает, продает. Можно даже не дожигать. Эх, теряется овер. Обидным образом. Так, это минус явно. Ну все, тащит, тащит. СПЛ-ка. Плаха настолько, что есть такая даже. Серьезно, есть настольная игра в Архаме? Что-то даже не знал. Ну, заезжают готлы, хочешь не хочешь, даже продаешь все это и. По экономике можно было бить. Эх, СПЛ-ка немножко, конечно. С маленькими оплошностями играет, но тащит, тащит все равно. Не, запер здесь Сермак, и вряд ли ему что светит. Настольным Вархаммер появился. Серьезно? Это в каком году? 2003, да, где-то получается появился, потому что... В 2005-м я уж точно видел игру. И она была не самый первый, не самый первый Вархаммер был. Препод, помню, играл в нее. Конкретно на занятиях. Обучал нас этому информатике и физике. А сам заодно еще пулял Вархаммер. GG уже пишет. GG Go League. Ок. Кох. Нас разгромили. В 90-м году аж. Надо мне не забыть загуглить это. Да вы, батюшка, психопат. За такие деньги и какие-то штуки покупать, модели. Либо я что-то точно не шарю, либо... Так, ладно. Первая карта для турнира. Конкретно играем уже турнир, лигу. Лагуна. Лагуна у нас первая карта.
посмеемся со старичка. Если хочешь, можно армии какие-нибудь предлагает. СПЛ-ка. Армии какие хотите. Танк на танк там, да? Уж эйр на эйр, это плохо. Close random все-таки хочет ермачок сыграть. Все, удачи. Удачи игрокам. И пех против гла. Вот это да. На рандоме попадается СПЛ-ки пехотинец против глашника Ермака. Сверху стартует СПЛ, снизу Ермак. Мне настольных игр этого хватало. Как его? Менеджер, о. Вообще офигенная игрушка моего детства. Мне интересно, а по сети такие игры есть? То есть взять прямо и играть по сети в настольную игру. Все-таки же покер и карты в дурака-то точно, и шахматы тоже есть. Шахматы я так играю, в принципе. Так, ну что видим, Ермак здесь строится. Центр такой занимает, и первый раб забегает далеко, но как-то запоздал, начал отстроить. Если был бы этот токс, то очень даже хорошо. А так, СПЛ-ка должен успеть этот домик занять. Бежит пех в разведку. О! Боится что-то здесь, да? Боится. Только здесь суплайка строится. Как-то она долго здесь, не правда ли? Да, это как монополия. Бизнес-игра. Вообще круто. В домик быстро. О, Ермак. Что ж ты так? Что ж ты так, Ермачок? Скорпион тебя побеждает, Ермак. Палки-палки. Захват выше готов, СПЛ. О, Ермак. СПЛ-ка, СПЛ-ка же, конечно, не готов. Бункер потихоньку заходит, чтобы быстрее от этой норочки избавиться. Только Страхтер может все решить, в принципе. И вышки не... Ой, вышки, норки рядом нету. Ну, а зачем норку строить? Ой, ну не бред ли это, а? Я понимаю, что это разные настолки, да. Сильно какая-то навороченная у вас игра. Так, центр занимает. Вышку одну захотел, вышку вторую. Слушайте, Ермак-то не промах в этот раз. Понаотхватывал уже. Две вышечки имеет. Так, СПЛ-ка таким образом завод якобы защитил. Я даже не знаю, здесь, по-моему, он сможет рабочий пройти. Самому краю. Эх, минка не поставил спель, проворонил. Проворонил. Солдатик справил. Я свою игру настольную делал, Дюну, это... Ой, это кошмар. Вот она игралась где-то часов 5. 4 раса было, то есть максимум 4 игрока. Все битвы решались выкидышами двумя кубиками. Правила немножко замороченные, но они несложные. У каждого юнита там были какие-то защиты, обороны. Если выпадет там
суммарно на кубике какое-то число, то это критический урон, и ты там максимально можешь поработить технику. Там есть клеточки были, помню, ну, целую карту, в общем, рисовал, это гуашь и карандашом, все. Детство удалось, в общем. Юнитов таких сделал, то есть все юниты из... Тогда у меня как раз вот этот коп появился, и в Дюну, как он назывался? И 2000 играл на Сеге, и Дюна Battle for Emperor, во. Одна из самых беспонтовых дюн, которые есть, но зато там разнообразие юнитов есть. То есть все юниты толком, которые есть, плюс своих придумал, плюс свою армию придумал. Из каких-то роботов-машин. Где все юниты были просто роботы. Танки, роботы и прочее, прочее. Так, смотрите, дефицит, Ермак. 2400 у него, спельки 3600, 3200, 3. Заезжаю здесь дракон, он легко может проехать всем. Все, разжигать надо пламя, это точно. Да, нет, не дает. И вот так вот ловит. Ой, один квад не жилец. Не жилец, если все ракетчики по нему выбить. Эх, теряет одного. Ну, зажарил вверх. Далеко сбежал, далеко. Ну, вообще без потерь можно было сделать. Ну, Imperial Battle for Unit. Я про это и говорил. Книгу... Я по-моему, фильм смотрел. Книгу я не читал, и, честно, даже и не видел ее. Но знаю, что есть. Я тогда какие-то шизанутые книги читал. Что-то типа Гарри Поттера и прочего. Ой-ой-ой, сжигается же свой. Я не понял, что, бронированы, что ли? СПЛ-ка. СПЛ, он упал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять, да? Девять ракетчик просто потерял. Офигеть. Вот это щедрость. Стену разжигай, хоть рабов покалечишь. Не убьешь. Да ладно. А, во, вовремя все. Странно, почему он... Получается, он мог убить даже. По идее, жив. Ну ладно. Так, здесь квад затащил. 3500 есть, вышечка одна. Блин, а как все хорошо, да, и у Ермака было. Просто здесь заточил пехоту, и спокойно, и все. Книга Ку. Гарри Поттер или какая? Книг, честно, я таких художественных мало читал. Больше научные, всякие специальные читал. Психологии и все такое. А напалма-то нету. Ну, мигом прям просились. Ну... Вся карта у СПЛ. Кроме вот этой вот горочки небольшой. Две семьсот, 220, 300. Почти добил. Так, еще будет подбирать, да? 31 бакс, нормально.
еще будет драконов перехватывать, тоже классно. Будет много огня, чует, да, Ермак. Что-то СПЛ-ка просто отдается, все. Командник надо построить, командник нужен Ермаку. Сколько месяцев, знаешь, а бывает такие месяца, что даже ноль книг на самом деле в интернете просто читаю. А бывает, что и две, три, где-нибудь так. Нет, три это много сейчас для меня. Две. Две максимум за месяц могу прочесть. Вау, на минку нарвался СПЛ-ка. Не получилось обещать немного огня. Вовремя перенаправляет. Подрывники разжигаются. Сразу распродается Ермак. Все, GG. Зовется Ермак. СПЛ-ка побеждает своим пехом. Нас разгромили. 1-0. Так, 1-0 в пользу СПЛ. Неизвестно, какая следующая карта. Кстати, выбирает ее проигравший игрок, то есть Ермак. Ждем от Ермака карту. А не знаю, как-то утомительно просто взять и упорно читать книги. Если те книги, которые прям завлекут. Слушай, а «Война мир» ты считаешь за одну книгу или четыре? Четыре тома. То есть четыре книги, да? Просто был когда школьником, я, по-моему, единственный в классе, кто ее прочитал. Буквально почти полностью. До развязки, а потом дальше не прочитал так. Там буквально 4 страницы где-то осталось, или 5. Потому что там и так все ясно. Чё, какую карту-то, а? Я так понимаю, любую карту можно, да, выбрать? Не знаю карт. Ну вот это узнаешь. Эту карту Ермак точно знает. Где тренироваться? А, это не мне. Ермак не знает других карт, кроме этой. Что ж, второй бой. Снова рандом на рандом. Эх, Юса попалась. Только что проскочил ее. Надеюсь, что Юс не попадется. И ядер. Снова ядер.
Снова ядер в наших глазах. Сегодня его было очень даже много. Благодаря ДФСу. Ермак у нас снизу ядер, сверху СПЛ-ка. Синий цвет, кстати, у СПЛ-а. Поменяем. Суплайку здесь строит и наверх, да, хочет СПЛ-ка делать. Аналогично хочет китаец также сделать. Много читать, чтобы читать быстро. В принципе, да. В принципе, да, так оно и есть. Посаживает НДСников. Интересная раскраска каркаса наверху. Какой-то такой цвет непонятный. Красноватый. Ух ты, что сделал-то нюк. Здесь продал. Airfield сразу нужно строить. Суплайк, а не хватает, да? Главное, не продал команде. Что удивительно-то, а? Опачки. А, это Гатрикс. Это Гатрикс, ребята. Ай, не видно. Нет, не бьет. Вариум СПЛ-ка так сделал. И убивается самая опасная сила Ермака на начальном уровне. Так, Ермак здесь бара, да, строит? 350 у него на счету. О, суплат строил, красавчик. Вообще супер. В СПЛ-е 700-очка. 1400 уже, нет, уже 500. Хаммера, значит, заказал, скорее всего. Что-то паладинов делает СПЛ-ка, посмотрите. Дальше паладинов клепает. Вообще не стесняется. Ага. Вот это... А, лечилку взял. На вылечивание было, если добить надо было ракетчика-то, ёлки-палки. Все, СПЛ-ка, отстань этим ракетчиком. Хорош гнаться за ним. Ну вот, и проезжает Гатлинг успешно своей цели. Ага. Эх, Ермак. Надо было уж дальше ехать. Ух ты, просто на одном хп отъезжает. Еще один там. Спам танков от Юсы. Да, шахматы можно завтра запросто. Завтра после, знаешь, с каким? После, получается, 3 по Москве. После 15:00, если быть точнее. Москве. Так. Выучил захват, да? Здесь уже вышку отхватил СПЛ-ка. Молодцом.
И Лота здесь. А, еще по один раз, да? Так можно подвлекать, просто вышку поатаковать, кстати. В этом есть тоже смысл. Отвлекать противника на атаки, чего попало. Нажимаешь на пробел, а тебе опасно, вышка бьется. Тем временем атакуешь еще что-нибудь. А, ну здесь вот, домик атакуется. Отлично, сколько же вон что изучил. Флешечки. А есть дрон сейчас? Ах, не тот дрон, лечащий дрон. Лечащий дрон, лечащий дрон. Команчи делает испэль. Шестой танк. И 2-2. Мстителя. Ну, против хеликсов есть что вам противопоставить. Еще здесь что-нибудь надо. Лотос забежала. Смотрите, Лотос-то куда забежала. Ой, здесь вообще защиты от воздуха никакого нету. Мается что-то. Деньги перехватывать, наверное, самый лучший вариант. Ну, Лотос на базе есть, делаю уже что-нибудь. Что, завод будешь захватывать? Да, завод будет захватывать. Думаю, надо было все-таки денежки поднимать. И залетает. Живой чудозер, да? Все, отменил сам. В атаку этими танками. Все будет супер. Так, ну вот воздух вот этот печально, конечно. Одного мстителя возвращает обратно. Дозер очень неудачно в таком положении. Если потеряется, то очень будет плохо. О, правильно убил этого. Все. Фу, дозер спасся. Но если бы здесь бы не застряли хеликсы сразу на дозера. Просто таким рисковал. Вау. Один выжил. Дозер есть наверху? Внизу. А где дозер? А, вот. Приехал, как сверху. Пять тысяч и 4600. Залпом три подряд, да, стрельнул даже. Плохо, конечно, для СПЛ такой. Вот, просто погибает от хамвеев. Перешел все-таки на хамеров СПЛ-ка. Не стал долго мутозить с танками. Побаловался и хватит. Ух ты, сверху-то кто заезжает. Авиации что, не видел, что ли? Захалявить-то можно было. Команчик. Ой, налетаешь-то куда? А, он еще не готовый. Тогда бей. Дозера убей. Бьешь дозера, это будет шанс на победу. Первого и второго, ну... Улетел обратно, да? Хеликс возвращается. Все хеликсы возвращать. Мог бы успеть двух дозеров минусовать, но не захотел этого делать, СПЛ. По каким-то своим причинам. Чего-то боялся. Так, на вышку, да, летит? Нет. Или да? Вроде да. Вроде на вышку летит.
Чувак какой-то стоит. Оу, 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 ну это же... Ну, в принципе, с одного потерял, ладно. Нормально, нормально. Неплохо это для СПЛя. О, еще все? Нет, еще не все, да? Посылаю наверх, что ли? Пусть там копает. Или сюда пусть летают. Хотя здесь ходят всякие гатлинги, летают всякие хеликсы. Не дадут, не дадут накопить. Ну что, наверх, сюда, и эту можно штуку продавать. Почему Ермак не строит командный центр? СПЛ построил, да, вот она уже. Первое повышение полетело. Третьего уровня. Так, пошел этот рейнджер домики зачищивать. Ух ты, ух ты, ух ты, какой читерный юнит, а. Сквозь забора прошел. Ну, чё-то как-то в никуда. Чинить его, да, правильно сделал. Да, здесь вышку мочканули. Пошел. Не, серьезно, куда ты пошел? Ах, минусуется здесь все. Ну, добить-то можно было. Овер. Овер, что ли, боится? Так тебя сейчас хеликсы тогда взгреют. СПЛ, ёлки-палки. Падает Хеликс один. Еще двигается Мститель. Падает второй Хеликс. Здесь перехват идет. Что-то тут вообще странный тип вот зашел. Проведать, наверное. Там Ледозер запрятан. Ну вот же он. Странно, что не заминусовал. Очень странно. Здесь, кстати, Ермаку можно вновь отстроить. Денег-то нету. Вновь стратегический центр возводит. Решил битву, да, зависит от отца. Ну ладно, но не победит, конечно же, СПЛ-ка. Сох покалечил. Так, ну тут, в принципе, ждут. Ждут авиацию. Наверное, понял, да, это уже? Понял, понял. Нет, не понял, что к нему уже едут. Все. Две последние ракеты, это минус. И что там, Гаттл еще был внутри, но... Сейчас готова, не знаю, но дракон был бы, конечно, хороший. Все, отминусовал. Махминки бы исключились. Но нет. О, минус последняя дозер. Все. Это явно GG. 2-0-2-0 намечается, ребят. Наверное, ни для кого это не секрет был. Ах, лосиха здесь, да? Зачем всех троих-то? Все надеялся, что отменят. О, попал. Попал, попал. И ракетчиками тоже в ночи. Теряется корова. Все.
все, все потеряно у Ермака. GG. 2-0. Нас разгромили. Чуть не открывают мне, ребятки, слот. Не хотят ни в какую слот мне открыть. Создали ТД, значит, ребятки. И все, и замолчали. А после золота, да, вроде платина идет. Потом. Слушай, я вообще не в курсе. По-моему, это все. Платина есть и все, но. Ну все, ГЛХФ. Нет, все, не стартуют, не стартуют что-то игроки. Чего-то они ждут. Написал что-то спел, не успела прочитать. Кто успел прочитать, что я спелька написал? Напишите, пожалуйста. Так, сверху у нас лазер, снизу токс. Токс у нас Ермак. Ну и спелька, соответственно, лазер. Лазер против токса. Давайте цвет и спельку поменяем. Он как хамелеон, на каждой карте разный цвет. Thank you.
Ух ты, в центре, смотрите, подавил спырк спокойно. Вот здесь Равил был. Или где? Или тут он был. Где-то он был близ этих следов. Мы подавлен Равик один. Ох ты, еще может же подавиться. Увидел спырк, что может здесь подавить. Здесь подавит. Ну и разворачивается. Играет кошки-мышки и на тебе ковшон. Ковшон по башке. Возьмем, конечно, время, но на одном спла играет Глашнит. Второй бежит дозер. После постройки командного... О, командного центра, говорим, суплайки. И хаммера пошли. И здесь заодно еще проведу. Что-то как дела. Убил, успел. Дымак нас вообще удивляет в каждой игре. Ну и Радикс тоже удивил один раз против ДПСа. Кстати, не помню, победил он все-таки или нет. Во второй игре. Нет, во второй игре почти было победил. А дядька ДФС, но нет. Ах, успел зайти, сейчас будут поливать его, да? А что не поливает? О, поливает. Нельзя терять этого хамвея. А то течь накачается. Другая течь приехала. Ах ты, блин. Убивать ее надо. Но не сможет, да? Даже с ракеты Тоу не смог убить хаммер. Лучковую течь. Так, два суплая, тем не менее. О, дозером, да, сюда заехал. Отключит суплай. Забыт. И забыт суплай. Второй завод. Захватывает вышку, но забыл. Ох, как на это печально смотреть-то, да? Особенно пару минут, это вообще страшно такое смотреть. Аж глаза слезятся. Патрю готовит и поливайку. Поливайку на убер течи. Еще хочешь ждать? Что-то хочет Ермак сделать. Да, еще одного. Хоп, быстро, ну, рядом был. Больше-то не влезет. Не, это все, последняя битва. Между Испелем и Ермаком. ДФС у нас там отключился. Если бы был бы он, то был бы еще готов с ДФС. Раза 3-4. И здесь 5-9 хамвеев приезжают. С двумя дронами. Просто все уничтожают. Это вот этот с дроном и вот этот, по видимости. Да, вот эти два с дронами. Оу, как неудачно. Крайне неудачно взлетает и... А что, а подрыв удался? Я хочу вам сказать. А где поливайка? Поливайку вытаскиваю. 2000. 2200. 1500. Сейчас трехлучковый течь всех завали, да? Давай завод мочи. Ну, и одного хамвея так прям охота убить. Затащил.
Но если Сина очень хорошо контролит, то в принципе, я думаю, течь бы могла бы справиться здесь. Да и время, да и базу снесет. А так крабиками вот каркасы везде понастроить. Едет обратно течь. Бесполезное занятие. GG 3-0. Нас разгромили. Тотальное доминирование. Что еще? Радикс и Ермак? Ну, в принципе, если быстро. Если быстро, в принципе, можно посмотреть на их игру. Что ж, со СПЛ и Ермаком у нас все. Ладно, давайте Радикса посмотрим.